доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая, сайта GearBest. Доставлено Укрпочтой. Отправлено было почтой Сингапура. Добиралась сюда дней 25 где-то примерно. Это планшет Xiaomi Mi Pad. Первая версия. Так, здесь ничем не склеено. Заказ был сделан на сайте GearBest. Это 64-разрядная версия. Как видим, все замечательно упаковано. По такой коробке, честно говоря, даже и не скажешь, что тут 64-разрядный. Вернее, 9,7-дюймовый экран. Так, смотрим комплектацию. У нас здесь блок питания. Уже под наши розетки европейские. Здесь у нас кабель синхронизации и, судя по всему, инструкции. Так, ну, в принципе, все работает. Запускать я его дальше не хочу, так как этот планшет я покупал не себе. Ссылку оставлю в описании. Планшет покупался по акции. В принципе, так все работает вроде как нормально. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.